Всем привет! Вы на канале Акварелька. Мы сегодня в гипермаркете Лента. Давайте посмотрим, какие здесь велосипеды и какие цены. Кстати, была акция на них. По-моему, скидочка была. Приходила мне смс-ка. Так, вот такой велосипед будет стоить 20 тысяч. Вот такие шины. Видите, какие огромные. Мою ладонь. Так, вот такой вот скоростной велик. 16 тысяч. Так вот. Ну, у них у всех красные ценники. Вот, доступная цена. 6 тысяч, ну, 7 тысяч. Так, а вот такой я в прошлом году хотела купить. Он стоил больше 10 тысяч. Он стоил больше 10 тысяч. А сейчас, смотрите, 8 649. Такой, знаете, под ретро. Дамский такой велосипед. Симпатичный. И у него шины, смотрите, какие коричневые, видите? Но я себе купила другой велосипед скоростной на рынке. Он почему-то у меня получился дешевле, чем в Ленте. Вот такие велосипеды. Кто-то меня просил в своих обзорах показать их. Так, вот этот вот желтый ценник 16 990. Здесь такая утолщенная рама. Интересный велосипед. Здесь вот сделали такой уголочек. Все для путешествий. Разные чемоданчики разных размеров. Так, 2 399. Вот такой розовенький маленький чемоданчик. И вот такой гигант 3 499. Кстати, недорогие чемоданы, я хочу сказать. Так, а вот тут вот с таким замочком. Но он тканевый. Тоже такая же цена. Сейчас покажу, какие есть. Вы уже выбирайте, какой вам. Только ехать в этом году не знаю куда. Так, а вот это 2 499. Тоже чемоданчик. Мульти. Какой-то смешной такой чемодан. Вот еще такой вот. Вот он на ножках здесь, а вернее на колесиках. У меня вот что-то наподобие есть. Но слишком большой, тоже ни к чему. Вот он. Маленький. Так, сколько у него цена? 2000. Вот эти пластиковые. Интересно, пластиковые они как? Не лопаются. Не тканевый. Так, а здесь на все одна цена. Распродажа. Конц товаров. 39 рублей. Все по 49 рублей. По 59. Ну, тут разные, в общем, цены. Так, это вот по 399, смотрите. Такие шлепанцы. Здесь силиконовый верх. По цвету вот они разные, еще розовенькие есть. Шляпа все еще имеется, вот эти большие. Но здесь уже 449 цена почему-то. Были дешевле. Одна цена на все. 99 рублей майки для девочек. Вот такие вот они на бретельчиках. Так, и вот эти вот маечки тоже 199 рублей уже будут. ХБшные. Так, 139 рублей сорочки женские. Кепки по 299 рублей. А, беленькие есть, смотрите. Еще беленькие имеются. Взрослая, между прочим, кепка. Размер 56 на 60. Такие яркие. О, мне под это, смотрите, под браслетик. Ничего, такие классненькие. Вот эти вот симпатичные. Так, все для сада, смотрите.
Я себе, кстати, купила вот такой столик. Он здесь 1290. Слушайте, я купила дороже. А, все, нет. Я за такую же цену купила. Вот он, 1990. Ну, 2000. А это складной, это вот этот вот, туристический. Да. Семена, семена. Все еще гладиолусы бедненькие сидят здесь. По 59 рублей. Так, это интересно, что такое. Полторы тысячи вот такие столики. Стульчики. Кстати, вот эти стульчики, ну, почти 1600, да, стоят. А вот эти вот по акции почему-то 1199. Так, вот на это скидочка 10 тысяч, такое кресло. Покачаться. Кокон подороже стоит. Да, кокон дороже стоит. Так, вот рулонные шторы. На них тоже скидочка, смотрите. Ну, цены вот такие. Вот от 433 до 773. Зависит от размера шторок. Посмотрите, как классно, красиво. Все для сада, все для украшений. О, вот это, смотрите. Классная доска для серфинга. Да, меня в прошлый раз она удивила, эта доска. Вот они, цены. Ну-ка, цены какие на них. 24, 25 тысяч, 16 тысяч. Ну, от размера зависит, видимо. Так, а это что такое? Интересно. Так, это насос, видимо, накачивать. А что, оно накачивается? Прикольно. Такая, что такое интересное. А, смотрите, видите, маска для ныряний. Интересная. Так, а где по-русски написано? Все по-иностранному написано. В общем, это маска для ныряния 1699 рублей. Такая маска имеется. Ой, смотрите. Фламинго. Надувной фламинго 1299 рублей. А вот, смотрите, маленький козерожек. Он будет стоить 499 рублей. Или как его называют-то? Единорожек, вот, а не козерожек, единорожек. Так, а тут попугайчик 1499. Вот такие вот развлекухи. Так, по 299 вот такие шлепочки можно купить. Яркие зеленые сланцы. Так, сланцы по 99 рублей. Налетай. Почти за даром. Все для отдыха. Мне здесь нравится. Вообще люблю ленту. Так, а здесь какие-то красивые фужерчики. Лента. Соберите всю коллекцию бокалов. Угу. Так, тут все для загара, защита от солнца. Вот такие цены, смотрите. От Garnier 316-224. Это масло солнцезащитное для интенсивного загара. А здесь солнцезащитный водостойкая эмульсия. 332 рубля. Ой, а это для того, чтобы кататься. 799 рублей.
по мыльной дорожке. То есть вот раз себе сделали такую классную игру. Нормально так. Для развлечения. О, пончик. 349 рублей пончик надувной. По цвету разный он. Такая-то что такое, интересно. Матрасик. Так, цена у него 349 рублей у матрасика. Ну и вот эти круги, матрас, цены такие вот. 500 рублей, 600 рублей, в общем, такие цены. Так, а это что такое, бассейн? Вот цена у него. Каркасный бассейн. Так, вот такой бассейн каркасный. 10 тысяч. 3 на 76. Ну, такие. По 2 999 бассейна. Есть по 2 400. Но здесь уже другие размеры, поменьше, да? Вот. Такая зона для отдыха. Классная. Давайте дальше смотреть, что интересно. Самокаты. Самокаты с надувными колесами. Самокаты. Вот цены. 1699 маленький. Дальше 6000 вот такой вот. Так, 4000, 5000, 2, ну 3 почти. Ну вот вы видите, какие цены здесь на самокаты. То есть дальше уже выбирается, что вам подходит. Зонтик. 699 рублей зонтик стоит. Ну и опять же тут вот бассейны всякой разной конфигурации. Батуты разных размеров, батуты. Все для бассейна. Ну, я в прошлом году все себе купила. Так, вот лаванда. Почему-то в прошлый раз было дешевле, а сейчас 359 рублей. Что это они на них скидку не делают? Фонарики. Так, вот зато смотрите, антимоскитные свечи. 99 рублей в стекле. Так, знаете, я в прошлый раз брала вот такую свечу за 99 рублей, но у меня там была скидочка еще, за 89 она у меня получилась. Кстати, комаров отгоняет, да, если вы сядете рядом с этой свечой, то комаров будет поменьше явно, особенно защищенный, то есть у меня там вот такая, такой шатер, как палаточка с сеткой антимоскитной, но она у нас открытая, эта палатка. То есть мы сетку не закрываем. Вот поставили вот эту вот свечу. И нормально. Так, вот такие лечки. Здесь все антимоскитное. Свечи для сада. Вот это тоже свеча для сада. Видите, комарик нарисован. Зачеркнутый. Ну и лампы. На солнечных батарейках разная цена у них тут. Так, термос, кувшин. 1199. Вот такие интересности здесь разные. Бассейны, бассейн. Интересно, качельку сделали скидку или нет? Нет, 13 тысяч. Ну вот когда были скидки, вот эти все садовые инвентари, да, садовые развлекательные такие, на садовую мебель, на садовые вот эти качельки можно было купить намного дешевле. Так, вот эти вот еще качельки, смотрите. Тоже хотела я купить, подвешивать в сад. Тут несколько видов, но этот кругленький красивый. Вот он выглядит вот так вот. Так, интересно, цена какая. Прошлый раз смотрела, 2000 было со скидкой. Так, ну цены непонятные мне. О, уже банки завезли. Сейчас посмотрим, какие банки завезли. Так, вот банки, смотрите, 0,5, 19 рублей, ну 20, 1,5 литра, 46, двухлитровая, 60 рублей. Вот такие цены на баночки. Так, какие они? Они винтовые, да, то есть нужны крышки винтовые. А вот они и крышечки разные, здесь винтовые тоже имеются. Так, вот такая машинка. Закатывающие 400
99 рублей она стоит. Так, это вот все щипчики, баночки забирать 209 рублей. Так, а это вот разные такие штучки для консервации ставить вниз кастрюлю. Вот эта машинка 249 рублей. Но я почему-то с такой машинкой не смогла подружиться. Вот, друзья, смотрите, у нас в ленте появилось наконец-то масло авокадо для жарки и запекания. Так, а сколько она стоит? 699 рублей пол-литра. То есть вот такая новиночка есть. А когда-то я его искала. Ну да, ну вот, смотрите, цены вы сами видите. Кстати, на тунец сегодня скидочка от 365 дней 89 рублей 99 копеек. А остальное вот тунец от ленты. Кстати, тунец от ленты неплохой, он по 109 рублей. Такие вот цены. Взяла я в масле кусочками и в собственном соку. Я буду делать пирог заливной. Покажу на своем канале. Кто не подписан, подписывайтесь. Посмотрите, мы уже сколько всего набрали. Так, вот этот вот шашлык у меня из свинины и свиной корейки. В сливочном соусе 620 рублей получился. Мясо мама тут положила на 277. Окорок свиной для щей. Так, мука. Вот мама любит макфу. Так, а сахар, мам, почем взяли? Так, сахарный песок. Вот это по акции 59 рублей. Сметана 20%. Так, ну тунец вы видели по 109 рублей. Кстати, сегодня акция на шампиньоны. Вот на 40 рублей я маленечко взяла, знаете, с шашлыками пожарить вместе. Картошечка молодая на, так, на 98 рублей. Она стоит 60, ну, 70 рублей за килограмм красная. Свежая капустка. Ой, на 64 рубля стоит цена 57 рублей. Так, Хайнц 88 рублей. Итальянский, но для шашлыка там не было. Так, и вот это я, смотрите, взяла свеклу, новый урожай. Свеклу 57 рублей. Так, и я взяла стоимость... Так, а что у нас, 147 рублей, что ли? Да ладно. В общем, на 57 рублей вот такой свеклу для борща. Вот. Сахар 45. Сахар 45, мама сказала, килограмм. Вот такие вот цены в ленте. На этом я заканчиваю свой обзор. Пойдем праздновать всех с Троицей. Друзья, поздравляю. Всем крепкого здоровья, счастья, любви. Пока-пока. Вы были на канале Акварелька с Натальей. Кто еще не подписан, подписывайтесь. До новых видео, друзья.